Лиственница сибирская. Обзор лиственницы, которую мы продаем в этом году. В этом сезоне. Осень 2021 года. Ну, смотрите, тут они идут уже некоторые по 1,20 м, ну там уже и больше, по 1,40 м. Лиственница сибирская растет очень быстро. Хвою сбрасывает на лет, на зиму, извиняюсь. Осенью ее пересаживать можно и нужно. Если она не продастся, то мы ее с удовольствием рассадим. У нас там на другом участке есть возможность рассадить ее. И еще что хотел сказать. Идет она от... Здесь есть саженцы и по 50, тут 70 сантиметров. Ссылка в описании будет на товар. Ну, лиственница. Ее можно формировать, можно на изгороди, экран из нее делать. Очень прекрасное дерево для ландшафтного дизайна. И если просто оставить даже в одиночной посадке, тоже очень прекрасно смотрится. И к тому же, что еще хотел сказать. Самое первое, что из хвойных она бьет хвою, она первая. То есть это происходит весной. Очень красивое декоративное дерево. Если его отпустить или формировать как-то, ну, можно же. Выдержало здесь было плюс 50. Хоть говорят, у нас лиственница сибирская не живет, но здесь было плюс 50. Постоянно поливалось, постоянно было в нормальном состоянии. Ну да, вот здесь может быть что-то обгорело. Но я не думаю, что с ней что-то случится. Она еще растет. Где-то примерно в конце октября она пожелтеет. И иголочки эти опадут. Ну, что так она могу? Первая, да, сбрасывает хвою, получается? Она вообще голая, да, остается? Да, она вообще сбрасывает хвою. И не удивляйтесь, если придет вам... Ну, посылкой тут нельзя. Она идет только самовывозом. Приезжайте к нам, опять же, по предварительному звонку. В субботу, воскресенье мы выкапываем для самовывоза. Выкапываем, вы приезжайте, сажаете, естественно, полив ей нужен. Иголка опадет, и к весне она начнет. Но как мы маленькими отправляли, то есть все говорят, что она неубиваемая. Ну, посмотрим, как это все идет. Ну, еще раз померим. Вот эти я обрезал. Если честно, я их обрезал, я их формировал как-то. Ну, в общем, если продастся, то продастся. Если не продастся, то, как говорится, тоже неплохо будет. Ее примерно тут около, ну, больших таких штук 30. А там еще штук 20 мелочи. А может и больше, по 50 сантиметров. И вот здесь у нас еще растет елочка, коника. Вот, посмотрите, просто в комментариях писали однажды, что вы так грубо ее пересаживали, что она корни трещали из горшка, и она не может не выжить. Нет, она выжила, и все нормально с ней. Простояла тоже на жаре 50 градусов почти. В это лето было очень жаркое. Ну, на этом обзор лиственницы, я считаю, окончен. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик». Всего доброго, удачи!